Так, всем здравствуйте. Сегодня буду готовить шоколадный пирог с грушей. Для этого нам понадобится мука 300 грамм, песок 300 грамм, 4 яйца, 2 груши, 40 грамм какао-порошка, сода на чайная ложка и уксус яблочный. Сейчас все это будем засыпать. Так, песок сначала, муку, какао, сода гашеная уксусом, капельку, все, и 4 яйца сюда же. Яйца. Так, ну вот я форму для выпечки, вот такая у меня старенькая, начало 2000-х годов, смазал растительным маслом, нарезал сюда две груши, это тщательно перемешал, и теперь выливаем сюда все вот это вот содержимое. Все разойдется. Так, и ставим на 40 минут в подогретую духовку. Вот такой пирог у меня получился. Так, вот кусочек отрезал. Вот такой вот очень вкусный пирог. Дети просят, каждые выходные им пеку. Всем всего хорошего. Подписываемся на канал, ставим лайки.